Всех приветствую на нашем канале. Напоминаю, что мы выкупаем любые автомобили в любом состоянии, а также проблемные автомобили по всему Уральскому округу по самой справедливой выгодной для вас цене. Сегодня к нам на разбор приехал Nissan Almera Classic 2007 года с двигателем 1.6 на автомате с пробегом 258 тысяч километров. Автомобиль у нас после ДТП, отсутствует бампер, панель передняя у нас с дефектом, с коррозией, фары визуально целые. Попозже глянем под капотом, в каком состоянии крепление. Крыло уцелело, капот также уцелел. На правом крыле переднем имеется заломчик небольшой. Правая сторона у нас целая, на заднем крыле имеется две вмятинки. Двери по правой стороне не зажаты, открываются. Коррозия по низу дверей отсутствует. По акту проверки автомобиля имеем такие данные. На автомате машина у нас. Ручки дверей работают все. Сзади электрический стеклоподъемник. Задний ряд сидений чистенький. Имеется также вот на ребре заломчик. У нас с дефектом. Задние фонари целые. Багажник, крышка багажника тоже уцелела, но имеется вмятинка небольшая. Бампер целый. С водительской стороны повреждения намного сильнее. Крыла в продаже не будет. Дверей также не будет в продаже. Механизмы дверей будут в продаже, все работают. Моторчик стеклоподъемника слышно, что срабатывает. Также ручка двери работает. Машина у нас на штатных литых дисках, на зимней резине, которая также будет в продаже. Водительская дверь. Сейчас заглянем под капот. Двигатель 1.6 работает ровно, без посторонних звуков. Видны некритические запотевания в районе крышки клапанов. Бежит у нас патрубка, жидкость фигура. Эмульсии не видно. Крепление фар. На правой фаре крепление с трещиной. На левой фаре визуально крепление целое. Еще раз покажу, как выглядит спереди автомобиль. Машина на ходу. Так, газ в пол. Синего дыма нету, маслом не пахнет. Крышка багажника открывается. В таком состоянии багажное отделение. И закрывается. По салону все стеклоподъемники у нас работают, механизмы срабатывают, все слышно, звуковой сигнал исправен. В гуре посторонних звуков нет, люфт тоже отсутствует. На панели приборов все отображается, габариты, ближний, регулировки зеркал. Правое зеркало работает отлично, левое зеркало отсутствует. Аварийная сигнализация, штатная мультимедиа работает, центральный замок слышно, что срабатывает, отопитель тоже работает. Кстати, дует теплым. Коробка автомат, рычаг подзатертый,
Рулевое колесо тоже подзатертое. Рычаг стеночного тормоза работает. Обогревы работают. Проверял уже, ездил с ними. Греют отлично. Передачи все включаются. Сейчас по территории базы прокатимся с вами. Бардачок. Сиденье. При переключении передач толчки отсутствуют. Вот на заднем передаче чуть-чуть чувствуется. С подвески присутствуют посторонние звуки. Также после дефектовки будет известно. Коробка нас переключает. Переключает без пинков. Проверим, как назад едет. Тормоза работают. По тормозам вопросов нет. Сейчас посмотрим, чтобы коробка переключила передачу. Передачу переключила без пинка. С рулевого управления люфт отсутствует. Подробнее информацию именно про этот автомобиль вы можете прочитать на нашем драйв-канале Гидрач.РФ. В комплекте с автомобилем у нас также продается крыша, будет в продаже точнее, отдали вместе с автомобилем, сейчас я вам покажу ее, и дверь. В целом автомобиль передвигается своим ходом уверенно, не греется, никаких ошибок на панели приборов нет. Сейчас посмотрим с вами крышу. В таком состоянии будет крыша еще в продаже. Шла в комплекте с автомобилем. Еще раз покажу вам автомобиль. Сейчас будет произведен замер компрессии. Nissan Almera 2007 год, двигатель 1.6, замер компрессии, первый цилиндр. Второй цилиндр. Третий цилиндр.
Четвертый цилиндр.